Девчонки, посмотрите, какая красота, цветение. Цветение деревьев. Даже зеленые стали деревья. Расцвели. Вот эти вот деревья, между прочим, не зимние. Это вот сейчас они расцвели за 2 дня. Девчонки, посмотрите, какая это красота. Прямо как наши корпищи казахские, которые по-казахски понимают. У нас вот такие вот вышивают бабушки одеяла такие от руки с ватой внутри. Вот эти вот пасхальные зайчики вообще прелесть, да? Жаль, что они большие, были бы маленькие. Красивенько так. Но, естественно, их всех шьют в Китае. И милые вещички для новорожденных здесь в ОВС. Для девочек, для мальчиков. Боже, какая красота. Так. Деньги сняла. Я забыла забрать из химчистки свои вещи. Они должны были готовы быть вчера. А сегодня, как бы, у нее, она сказала, феста, сын диплом получил, выучился в университете. Так, вот это вот 50%, что такое? 50%. Джинсы всякие. Ну, такой простой бутик. Так, пойдем дальше, что увидим. Посмотрим, что происходит дальше. В этой стороне 100 лет не было. Ой, это какое, что за босоножки такие. Желтый цвет. А это что за... Раньше здесь был обувной. Так. Джинса. Ничего не видно. Вот. Красно-белый лук. А, кстати, одна девчонка меня попросила, чтобы я пошла в сторону бутик Якоба. Как раз таки я сейчас нахожусь в стороне бутик Якоба. Сейчас покажу витрины бутика Якоба, называлась. Ой, какие джинсы красивые, прям широкие. Женственные такие. Это вот такой сборный, сборных марок, таких средних марок бутик. Эспадрильяс. Так, вот такие вот я люблю платьица длинные, как красное и голубое в полоску. Но у них цены не дешевые, насколько я помню. Дальше. Только что мне написали, что комментарии удаляют. Хейтеры стараются. Отряд сообщниц двух птичек. Сейчас как раз-таки я по дороге сделала обращение к украинцам, подписчикам и зрителям русскоязычных блогеров из Италии. Долго думала, выставлять или не выставлять. Придется выставлять, раз они никак не хотят войну заканчивать со мной. Вместо того, чтобы заниматься мирными делами, они все в войне находятся. Вот она, Ла Купола называется, да-да. Это вот Якоба, но сейчас закрыто, потому что сейчас время паузы. Все на перерыв ушли. Вот,
Но так как блики солнца, ничего не видно. Это надо вечером приходить. Если вот пятницу мы должны выйти с подружками, там с Джованкой, с подружками-итальянками. Наконец-то мы должны выйти, потому что давно не выходили, открылись даже бутики. Здесь музыка, мне надо уйти. Тогда как раз-таки я и покажу вам немножко архитектуры. Как раз-таки я вам покажу. Ночью витрины лучше смотрятся. Всем здоровья и добра. Из-за бликов ничего не видно. Посмотрим, что происходит там в... Боже, девчонки, какая красота прямо падишах. Принцесса падишаха. Это что за красота такая? Это у нас Марина Ринальди. Представляете, вышили как индийское платье. Раджа, как ее жена, принцесса Раджи. Ой, давно я здесь не проходила. Так, такие нуды, цвет нуды. На мне не очень-то смотрятся такие цвета, потому что я темная. Я становлюсь такого землистого цвета. Казахам не очень идет. Светлым казахам идет, а вот... Ой, это тоже такой топик, смотрите, под пиджачок надевать. Ну, конечно, это будет все цеплять, эти камешки. А вон то вот белое платье такое на лето, да? Люблю длинные белые платья на лето, потому что в Италии всегда такая жара. Невозможная жара. Выходишь и сразу же, как русская баня. У нас тут топик 155 евро стоит. Вот этот, наверное, топик белый с камушками. Это мы уже смотрели, Макс Мара. Это была Марина Ринальди, которую мы только что посмотрели. Не знаю, будет ли Марина Ринальди продаваться в России. Ой, я должна... Так, смотрю, издалека Валентина витрину поменяли. Ой, какая жара. Фух. Светлые тона молочные повесили. По-итальянски называется панна. Панна – это сметана. Такой бонтон. То же самое. Все то же самое. Всем здоровья и добра. О, как хорошо накачана девушка. Накачанный орешки. Это вот повис. Весенние кроссовки, весенние цвета, голубые, розовые, которые сейчас модны, шляпенция. Ой, даже вот такой цвет есть. Так, посмотрим сейчас цены, сколько
стоят такие кроссовки очень дорого, потому что Павин — это всегда дорогой бутик. €300 с чем-то, девчонки. Ой, 390, вы представляете? Нифига себе. €365 вот эти вот. Те 390. Смотрите, какой красивый лук для стройной девушки. Если я такое платье белое надену с такими розами внизу, я буду точно как колобок. И смех, и грех. Ай-яй-яй, сегодня даже можно было надевать сандали. Просто я 2 дня выходила в одной рубашке, и у меня как будто вот чуть-чуть простыло. А на самом деле такая жара, 20 градусов. Значит, я должна еще купить яблоки Мелисси. Сегодня какой день? Меркуледи, среда, да? Немного архитектуры, Санта-Лучия. Это клиника хирургическая Палаора. Здесь делают красивые лица. Можете зайти в Дизель, посмотреть какие-нибудь джинсовые платья на лето. Сарафанчики, юбки. Сейчас посмотрю, открыто или закрыто. Открыто. Ой, какие широкие джинсы светлые. Сконта студенты. Распродажа студентам, скидки. Надо с какой-нибудь студенткой прийти, найти студентку. Так, значит, я иду. Какое небо туркеза. Иду, иду в банк, пока не забыла первым делом. Посмотрим, какая витрина. А, это вот у Вероники Степановой был, да? Была такая рубашка. На ней была эта рубашка. Ой, как бы вам показать? Где-то 10 дней назад. Вот это вот марка. Ой, девчонки, смотрите, какая красота, какие красивые цвета весенние. Вот это вот марка Maxi Cow. Посмотрим поближе. Посмотрим цены. Так, пальто стоит 359, значит, шерсть. Пиджак стоит 289, панталоны 139. А, открыто, кстати. Может зайти посмотреть, какие наряды есть на лето. Эти наряды уже давно стоят в витрине, мы уже смотрели. Для новых зрителей покажу. Все бары на солнце, все столы заняты. Я хотела посидеть на солнышке в баре где-нибудь, но, к сожалению, все столы заняты. Пойду, наверное, на Пьяцца Кавур, да, тогда? Пойду на Пьяцца Кавур.